Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Никола Берте. Французский живописец, рисовальщик и художник-декоратор. Представитель раннего рококо. Данные я беру из Википедии. Переводной данных немного. Родился в 1667 году в Париже. Сын и брат скульпторов Бертен, ученик Жана Жуэ, Шарля Лебрена и Луи Булоня-младшего. В 1685-1689 годах обучался во Французской академии в Риме. В 1685 получил Римскую премию за полотно строительства Ноева ковчега. В 1703 году был принят в Королевскую академию живописи и скульптуры в Париже. Автор аллегорических и мифологических картин. Умер 11 апреля 1736 года в Париже. Работы художника хранятся в разных музеях, в том числе и в Эрмитаже в Петербурге. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском живописце, рисовальщике, художнике-декораторе, представителе раннего рококо Никола Берте. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.